Мы сегодня обсуждаем неурожайный год, мы сегодня обсуждаем крайне чувствительную тему продовольственной безопасности, потому что все, что касается продовольствия, для любой страны является стратегической задачей. И все же правительство выкупит в этом году у фермеров 350 тысяч тонн пшеницы. Низкого класса и неклассной. На это потратят 31 миллиард тенге. Так планируют поддержать казахстанских аграриев после трудного сезона. Осенний урожай в стране уже собрали. Убрано почти 17 миллионов гектар зерновых и зернобобовых культур. Намолотить, кстати, сегодня удалось уже 16,5 миллионов тонн. В правительстве отмечают, что собранного урожая с учетом имеющегося запаса будет достаточно, чтобы обеспечить внутренний рынок. Определенный объем можно будет даже отправлять на экспорт. Экспорт в виде пшеницы. Также можно отправлять и переработанный вариант муку. Отмечу, что на этот год поддержку агропромышленного комплекса правительство в общей сложности выделило 1,5 триллиона тенге. Еще 60 миллиардов дополнительно для субсидирования животноводства и растениеводства.